19 июня состоялась выставка, посвященная теме шаманства. Мероприятие подвело итоги конкурсной работы среди студентов кафедры музеологии. Все музейные предметы были собраны студентами Казанского императорского университета, и мы чувствовали себя преемниками и продолжателями их дела. Шаманские костюмы – это целый мир отображения вселенной, в которой живет шаман. Здесь каждая деталь имеет значение. Ленты – бескровное жертвоприношение духом, изображение из латуни и железа – защита, изображение животных – благодарность. Точный возраст экспонатов узнать очень сложно. Большинство из них относятся к середине 19 века. Была предложена тема «Традиционные ветры народов Сибири», в центре которой, конечно же, находится знаковая фигура шамана. Все студенты молодцы, все, кто участвовал, они действительно в будущем будут востребованы квалифицированными профессиональными работниками. Аурелия Сташкова, Роман Самарин, Универньюз.